не смыло за собой, да? Опять? Теперь будешь жить в этом то... Давай в парашу лицом. В парашу лицом. Всем привет! Рады видеть на моем канале Телькоплей. Я Наташа. Мы с вами продолжаем играть в интернет-кафе-симулятор. Возможно, это последняя серия, а может быть предпоследняя серия по этой игре. У меня, как всегда, идет дождь, поэтому ты подписывайся на канал. Поддерживай меня лайком. Я, как всегда, чихнула. Значит, правду говорю. Видишь, я не вру, что либо последняя, либо предпоследняя серия. Короче, мы купили с вами рубашечку. У нас есть перчаточки. Сегодня покупаем все, что у нас, собственно, осталось. Еду жене невидимой и невидимому ребенку тоже покупаем. Куда они исчезли, не знаю. Может быть, это был день матери, день семьи. Непонятно, короче. Но ждем лифт. Конкурентов у меня вроде бы как нету. У меня есть супер-пушка, которой я могу поджигать предметы. Но мне это пока что не особо нужно. Быть может, нам даст бомж какое-нибудь новое задание, и я смогу сейчас что-нибудь сделать. Кто знает, кто знает. Короче, перво-наперво прёмся с вами на работу. А там уж дальше посмотрим, что там будет вообще. Что-то, мне кажется, на меня стены давят. На меня, кажется, покушается лифт. Он хочет меня убить. Спасибо. Как дела? Знаете, я кое-что не проверила. Все работает. Ну что ж, добрый вечер, кукутики. Как дела? Ля, ее просто после говна вот этого, когда я ее ударила, ее так и не отпустила. Ты посмотри, она вся кривая. Ну вот так вот ей и надо, этой овце вонючей. Нехер было меня вообще бесить, нехер было меня... Не понял. Это что за... А почему? А, ну правильно, света-то нету. Все, ребята, привет. Начинаем работу. Как говорится, запускай и работай, влавствуй, унижай. Сейчас будем получать бабки. Сколько у нас вообще денег? Мне кажется, у нас до хера бабла. А, интернет-кафе 48 тысяч. Еба. Вот это писец. Просто я охерею с этих цен. Автоматическое одобрение, конечно же. Это все есть премиум. Супер. Че по отзывам пишут эти козлы? Понятно. Отзывов на сегодня нету. Ладно. Но у нас, смотри, как уютненько. Видишь, у нас и автоматики есть, и все вот это вот можно вот там и покушать, и поесть. И компьютеры самые мощные, самые топовые. Ты просто посмотри, какая цаца просто. А, вот это я понимаю, мы тут это. Нам надо, кстати, с вами VR купить, чтобы по кайфу было. Что тебе не нравится, слышь? Что тебе не нравится? Ты только сюда зашел, тебе что-то не нравится. Пошел бы нахер ты отсюда, слышь, говна кусок. Не нравится ему. 56 баксов. Ты сколько тут заработал? 10 тысяч. Я могу что-то улучшить? Завершенный, завершенный, завершенный. Отлично. А, тут, по-моему, мы не улучшали, да? Давайте здесь тоже улучшим. Я предлагаю здесь сделать одинаковый пол-потолок и купить черные стены. Все. Очень уютно, мне кажется. Прям притон какой-то. И что, в каждой кабинке люди, что ли? Серьезно? Нет, здесь никого еще нет. Они просто еще не начали, понимаешь? Охренеть. Кабинка для дрочки просто, я тебе отвечаю. Они здесь, я тебе отвечаю, они не играют в игры, они делают кое-что другое. Они зазывают сюда женщин, снимают здесь запрещенные видеоролики и вообще фу такими быть. Курят и вообще тут полный разврат. Мне это не нравится, надо прикрывать эту лавочку. Вообще, почему здесь идет тоже дождь? У меня вся линза намокла. Возможно, я киберк-убийца. Вау! А чё, ты прикладывать не умеешь? Я зачем покупала штучку, чтобы прикладывать? А знаете, что хочу? Посмотреть. Бомж. Видишь, у бомжей даже нет задания. Бомжи у нас без заданий тут. Вот это вот я понимаю. Не, ну все, скорее всего, да, ребят. Увы и ах, это последняя серия. Давайте попробуем выиграть. Я поставлю на всех. Я поставила на всех лошадей. Надеюсь, это работает. 2 минуты надо подождать. Вон он, видишь, настолько любит коней, что у него даже здесь кони нарисованы. Это, кстати, самцы, да, наверное? Не видно. Но, по-моему, самцы. О, вот так хорошо. Что-то, мне кажется, это не самцы, а самки. Что-то у них нет писюнов. Минута до гонки. Сразу солнышко. Смотри, новый день на дворе. Красота. Ля, ляпота. Кукусики. У нас с вами по VR все плохо, у нас всего лишь один VR, надо купить хотя бы еще парочку, чтобы люди больше погружались в виртуальную реальность, смотрели всякие мультики для взрослых и не только. Да не толкайтесь, пожалуйста. Минута до гонок. Я, по идее, должна при любом раскладе выиграть, при любой лошади, скажем так. Но либо это все обман,
И это как казино, знаешь. Ты либо с маленьким шансом выиграешь, либо вообще никогда не выиграешь. Поэтому, ребята, ждем. 30 секунд. За 30 секунд я успею что сделать? Я успею вдохнуть вот так. Воняет говном. О, нормально охрана работает с вертушки. 25 секунд. Прикиньте, как у него тут воняет. А что ты прячешь под столом? Там нет моей жены случайно под твоим столом? Смотрим. Максимально серьезно настроены. На победку. А, черный сдался, черный решил идти пешком. Почему вообще лошадь фиолетовая и зеленая? Кажется, фиолетовая выиграла. А можно поставить на фиолетовую? Нельзя, да, уже? Ну, фиолетовая... А, скачи, конина, а то сделаю из тебя бастурму. Света, скачок, давай! Возвращение легендарное, Свет, скачок. Во, видишь, как скачет? Ну, куда ты села? А сколько, мне интересно, мы должны выиграть? 200? 5? 10? 5? Сколько вообще? Ну, фиолетовая прям вырвалась вперед, ты посмотри. Все остальные далеко-далеко в жопе. А она вон скачет. Сейчас скоро финиш будет. Все, победитель. А как понять, сколько я выиграла? Чувак. Короче, это все обман. Кругом один обман и все. Это все, что нужно знать. Что у тебя по деньгам? 10 долларов у тебя. 5000. Еха. Вот это да. Вот это да. Блин, ну мой компьютерный клуб, конечно, шедевральный, я хочу сказать. Ладно, давайте сделаем заказ. Спасибо, крошка. Почитаем с вами отзывы немножко. Ой, смотри, какие хорошие отзывы. Йо, все зелененько. Вот это я. Вот это мы хорошо с тобой зашли. Ладно, пойдемте с вами счета посмотрим. Еще счета есть? О-о-о, вот это неприятно. Но у меня 76 тысяч, вы вообще о чем? 76 тысяч, да боже мой. Обосритесь своими 400 долларами. Или чем вы там вот это вот. Обосритесь, короче. Я заказываю себе VR, понятно? И не волнуйтесь. Значит, что нам надо для VR? Для VR нам нужны столы. VR-столы они называются. На 5 звезд желательно. Basic VR Stable. Нам нужен Upgrade Table. Вот, VR Table Дракон. Сколько? Ну, давайте штуки 4. Телевизоры для VR нужны? Это консоль. Хорошо. VR-контроллеры на 5 звезд есть? Пятерка. Золотые на пятерочку, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Во. Шлема нужно 4. Раз, два, три, 4. Стола же 4, правильно? Так. Что еще надо для VR? А, компьютер нужен для VR. Компьютерные части... Давай, значит, раз, два, три, четыре. Хорошо. Давайте купим парочку Xbox'ов. Раз, два. Ну а чё, мало ли кому-то что-то не понравится. Логично, логично. Давай, раз, два. Джойстик, давай. Раз. Два. Телевизоры нам нужны, да? Телевизоры. Монитор, не гейминг, а нам нужны именно телевизоры. Вот. Раз, два. Все, 30 товаров на сумму 35 тысяч. Зашибись. Вот это я звезда вообще, конечно. Спасибо, 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 господа, спасибо. Кстати, как там дела обстоят в туалете? Хера, тут картина... Не смыла за собой, да? Опять? Теперь будешь жить в этом... Давай в парашу лицом. В парашу лицом. Не смыла она какашку. Так будет с каждым, кто не смоет свое говно. Понятно вам? Ишь какие... О, там моя доставка приехала. Говнюки какие, ты посмотри. Биби... Не бебе, не бебе. Давай, иди убирайся там. Не-не. Ну-ка. Хепон гора просто посылок. А, VR-контроллер. Давайте я вот так сделаю просто. Оп, и все. Все, сейчас вообще пойдет красота. Да еб твою мать. Это все компьютеры. Ох, что эти ваши компьютеры. Нам нужен стол. Вот, Dragon Table, отлично. На второй этаж идем, потому что второй этаж у нас с вами пустой.
На втором этаже у нас будут консольщики и VR-щики. Вот здесь, по-моему, прекрасный стол для VR-щика. Хотя можно, знаешь, их поставить вот так, друг к другу. Пусть здесь стоят вот это вот, друг друга теребят. А чё? А то у нас всего лишь один VR, а так будет 4, да, получается? Да спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Где еще? А где все мои клиенты, я не понял. Они должны были быть тут как тут. Один всего лишь сидит, какой-то задрот. Задротит там. Знаете, смотри, компьютер давайте вот сюда ставим, чтобы красиво было. Вот. И компьютер ставим вот сюда, чтобы тоже красиво было. Вот так, оп. Геймпадик. Вот так вот. Оп, красиво. Я уже что-то нашу, да ладно. А я думала, мне показалось. Да господи, пройди ж ты. Надо музыку еще будет включить. Спасибо. Спасибо, брат. Спасибо. Еще один. Пойдемте еще что-нибудь возьмем в ручки. Вот, мне надо вот это. А вы там следите, чтоб воришки никакие не подошли, хорошо? Потому что нам воришки не нужны. А мне вообще показалось, они куда-то исчезли. Ага. Смотри. Опа, все. Уже на полтычки работает. Уже люди начнут сейчас подниматься на второй этаж. Уже как бы все, видишь? Пошла жаришка, пошло делишка. Я бахуль, да, я бахуль. Не знаю, что такое я бахуль, но похуюль. Golden VR контроллер берем, отлично, добавляем сюда. VR шлемик добавляем сюда. Что еще? Gamer Pro Stick, консоль ТВ. О, Dragon Table. Я нашла стол, ты прикинь. Вот он где спрятался, он закопался там в мусорке, прикинь. А кто подвинул? Не, ладно, никто не подвинул. Я думала, кто-то опять подвинул. Ну что? Как у нас обстоят дела? Что-то тут никого нету, я не поняла. Какого вообще хера на этом этаже никого нет? Вы чё, псы? Охерели? Я кому тут вообще красиво делаю, а? Ну-ка быстро пришли играть в ваш сраный VR, я сказала, кому? Быстро! Все, отлично. 5 VR-ов у меня будет, спасибо. Кто компьютеры задел? Кто компьютеры вообще посмел толкнуть даже? Они стоят дороже вашего говна, который вы там не серите. Вы что, охерели что ли, пацаны? Значит, смотри. В теории можно еще одного вот здесь вот поставить. Ну, типа, знаешь, зачем? Зачем я вот так вот делаю? Затем то, что так, по крайней мере, будет все пространство задействовано, и типа, чтоб никто не свалился случайно, а то мало ли они там набухаются, дебош пьяный устроят и упадут, сломают, вот это мне потом вот это выплачивай компетенции, как-то, нет, не компетенции, но, в принципе, да, на это моя компетенция будет все. Мы можем сделать им такой, знаешь, типа, дебильное место для дурачков, типа, в кружке дурачков, вот так, у них будет круг дураков. Или не очень? Я понимаю, что вы пришли поиграть. Ну-ка, я хочу на это посмотреть как-то. А, ну вот, нормально, они сейчас будут толпой играть в VR. Все, отлично мы им придумали, сделали, вообще красота. Ё-моё, народа, конечно, да жопу жуй. Да, компьютерная часть сюда. Компьютерная часть сюда. Отлично. Шлемик можно? Шлемик. Ну, пойдет тоже. Не шлемик, конечно, но тоже ничего. Сколько у тебя денег? 20 тысяч! Еба! Ты что, там трусы снимала, что ли? На ходу! Видал? Трусики там это она скидывала свои. А что-то они не очень идут в компьютер наиграть-то. Что, завиарились там все, пацаны, не поняла. Ля, какие VR-щики, мама-мама, беспредельщики. Ой, подождите-ка. Я тут что-то устроила. Во. И сюда еще один компьютер получается. Ну? Не в эту сторону. Получше по голове, в другую давай. Во, видишь, у них тут будет свой собственный рай. Почти перфекциониста. И все, пусть там стоят в кружке дурачков. Играют. Спасибо, спасибо. Что-то как-то некоторые мало платят мне. Мне это не нравится совершенно. А, на головной шлемик. Еще есть. Это вот это. А это что? Это на головку.
Надо, может быть, еще рюкзак купить. Давайте пойдем купим рюкзак более крутой. А что я вот это вот как лох все с одним рюкзаком? Я сейчас возьму себе большой, самый здоровенный рюкзак, который там есть, и все. И не надо будет вот это вот бегать. Туда-сюда. Правильно, правильно. Ну, ты посмотри, какая красота здесь будет. Я вот это понимаю. Вот это будет красиво. На братан, можно пройду? Все, пойдемте купим себе нормальное большое сумка. У пацана у нашего, у друга, по-моему, продается. Братан, привет. Самая дорогая сумка. 2000, 4000, 3000, я так понимаю, самая дорогая. Давай. А как мы ее применяли? Во. О. На, забирай свое дешевое говно. Оно мне больше не надо. Слушай, реально, я вот в этом говне раньше закупалась, ты представляешь? Вот это мы себя не ценили, не любили. Бэушечку покупали, прикинь, с тобой. Все, а теперь смотри, какая красота будет. Смотри, раз, вот это красота. Вот это красота. Вот это просто бомба. Смотри, сколько всего я могу теперь с собой переносить. И не надо переживать, что кто-то там что-то скоммунизит, что-то там кто-то украдет. Я все сразу раз в себя положила, и они идут в сраку, понимаешь? А, по-моему, украли консоли. Вам не кажется, что не хватает консолей? А, нет, вот две консоли, кстати. Ладно. Я думала, спи, это украли. Консоль ТВ. Столов нету! Украли, я ж тебе говорю, украли! Нету столов! Или я не покупала? Может, я не покупала, ребят? Может, это я тупая? Скорее всего. Повиси пока здесь, хорошо? Значит, что мне надо доложить сюда? Мне надо один VR-контроллер доложить. Видал, у них тут вообще своя атмосфера. Они там живут в виртуальном мире. И все, потеряны для общества. И те же. Вот это у нас тут вообще народу. Спасибо, брат. Я что, реально не купила столы? Я, наверное, не купила просто столы. Тогда придется столы заказать. Заходи, брат. Спасибо. Да спасибо же говорю. Тогда давайте я закажу. За Amazon Desk. Да, я купила. Все, я понял, я не купила. Мне нужен стол для ням-ням-ням-ням-ням приставки. Сколько? Две штучки. Раз, два. А что мне нужно еще? Мне нужна какая-нибудь красивая красота, чтобы была лепота. Например, вот этот горный пейзаж. Давайте какие-нибудь рога оленя, две штуки. Тёлку. Даже, наверное, давайте, может быть, две тёлки. Собачка показала носик. Плачущий ангелочек. Оплачиваем заказ. Пусть оно там приезжает. А мне все равно некуда тратить деньги, понимаешь? Писец у нас тут коллапс. Коллапс года просто. Все, еще один VR готов. Ля, вот это миры просто. Создаем. Значит, смотри, нам для PlayStation нужны стены. Чем больше стен, тем лучше. Да, робот у меня вообще не справляется. А может быть, он опять где-то завис? Робот, бляха! Сучий пес, где робот? А, не, он просто нереально... Он реально не справляется с потоком этой всей информации. Слишком дохера всего. Он что-то пытается убираться, но ему, прикиньте, как сложно. Сколько здесь людей вообще. О, смотри. Вот это я понимаю. Ля, пацаны. Ля, красиво, да? Виртуальная реальность, вообще кайф. Ля, какая цаца. Пацаны, смотри, я сейчас вот здесь поставлю вам вот так стол. Ну, видал, вот это стиль. Вот это стиль, вот это я понимаю. Так, пацаны, вашу синюю зону, картину красивую. Вот это я не могу, конечно. Вот это мы с тобой закупились. Вообще, красопетка. А давайте повысим цены тогда. Хотя можно, мне кажется, знаешь, сейчас бесплатно все сделать. Давайте не буду повышать. Короче, я уже настолько богатая, что мне нихера не надо. 113 тысяч у меня. Зашибись. Давайте, значит, компьютерные тогда части надо купить. Компьютер часть. Раз, два, три, четыре. Ну, пусть будет 5 компьютеров. 5 компьютеров. Эйр-кондиционер. Раз, два, пусть будет. Консольки есть. Chair.
Раз, два... А, стоп, там синяя зона. Там синяя зона, о чем молчим? А есть еще монитор на 5 звезд? Нету, да? Только вот этот. Ну ладно, раз, два, три, четыре, пять. Мышка. Мышка, 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 наружка. Вот синяя. Раз, два, три, четыре, пять. Мышки. Мышки синие должны быть. Например, вот такие красивые. Раз, два, три, четыре, пять. Две штучки. Все, заказываем. 41 тысяча. Вообще посрать! А? Да я же богатюлька, симпапулька. Че у нас там в туалете кто-нибудь сыт? Аккуратней, пацаны, не ссать. А то будете наказаны, понятно? Где мой верблюд? Верблюд, ты где? Верблюд, ты там это, нигде не потерялся? Мне кажется, ты уже должен был давным-давно приехать. Ох уж этот сраный верблюд, вот он приехал. Вспомнишь, говно вот и оно. Насрал тут мне, ой, насрал, ого. Да тихо ты, спокойно. Не сри мне тут это, стульчики, раз, отлично. Клавиатурка, два. Что это, еще один стул. Тихо, тихо, полицейский пришел. Не надо. Мы здесь ничего не делаем. Совершенно. Вам показалось, этого не было. Вот так. Тогда. Все, есть один компьютер. Грязи столько, это просто кринж. Вы видели, сколько грязи с такой толпы? Это что? Это что? Такое было? Опа, опа, опа. Это что? А ну-ка открывай дверь. Стоять. Да ты чё? Охерела что? Ты чё охерела? Ты охерела? Всё наказано, поняла? Теперь будешь жить с этой лепешкой. Ля, у нее трусы наружу. Ё-моё, паровозы тут ходят целые. Ладно, поехали, значит, ты сюда. Кондиционер сюда. Фух, ребята, долго ли, коротко ли? Я достроила второй этаж. Выглядит он вот так. У нас получается зона VR, зона компов и зона PlayStation, ну, Xbox в данном случае. Считаю, что можно отпраздновать это знаменательным событием. Мы просто с вами сделаем вот такую вот тему. Мы заходим с вами сейчас в цены нашего заведения. Смотри, отзывы у нас хорошие, но если мы сейчас с тобой сделаем вот так, просто все на ноль. Ну а что, у нас все равно денег до хера. Мы можем с тобой позволить сделать все бесплатно. Получим 5 звезд. И это будет фееричный конец всего, чего только можно. Вот так вот. Готово. Теперь, по-моему, это было здесь, в ГОСТ. ГОСТ. Купим поддельные обзоры. Все. Давайте смотреть, что изменится по отзывам. Сейчас 2,9 отзыв. Уже первый пошел 5 звезд. Все, сейчас у нас быстро ставочка-то повысится. А все, а что, нам больше уже ничего не надо? Столько компов, столько аркадных автоматов. В общем, все прекрасно, все работает. Надо убрать, правда, какашки здесь, то они снова начали срать мне в этот. Срут мне говном своим в раковины. Вот увидеть бы человека, который срет мне в раковину, я бы ему показала кузькину мать и куда следует срать в точности. Так, 2,9. Пока что. Все еще. Я все еще надеюсь. Блин, ну людей у меня до писи просто. Посмотри, сколько у меня людей. И они и на второй этаж идут, и на первый этаж. Вон на втором этаже сколько сидит задротов. Ты посмотри. И посмотри, играют они во всякие игрища там. И кондиционеры у них все есть. Красотень. Можно музыку еще им включить. Давайте включим музыку. У нас же есть с вами музыка.
Вот здесь, по-моему, Spotify. Это же донат Людки Мазок. Значит, аудиотека из Ютуба. Не надо меня толкать, потому что... Ребят, ну, на этой нотке предлагаю нам с вами закончить. У нас с вами достаточно эпично здесь получилось все это обустроить. К сожалению, история интернет-кафе подошла к концу. Ну, вы видели почему, потому что у нас все с вами есть. У нас тут теперь вообще народ только так в путь и в прах летает. Вот это вот сидит, тупит. У меня аж, видишь, игра из-за того, что у меня дохера народа начала подлагивать. Ну, в общем, считаю, что... Хорошее кафе мы построили, будем по нему скучать, надеемся, что найдем какие-нибудь новые прикольные игры по такому же жанру, типу, поэтому пишите, как вам наше интернет-кафе, по-моему, топчик, увидимся, пока, и не забывай подписаться.